Мы тут обнаружили магазин Икея с золотыми рыбками. Они улыбаются. О, смотри, с голой жопой. Наш Минск просто маленькая деревня по сравнению с этим. Да какой я тяжелый, чтобы треснуть этот лед. Дальше будет видео не для слабонервных. Сходили в Икеа, пообедали. Потратили примерно... Сколько мы потратили? 10 долларов потратили. Ну, традиционно взяли тефтельки, порцию картофеля фри. То есть ничего такого. Я даже не снимал ничего, потому что очень голодный был, мне уже все равно было. Снимать, не снимать. Салатика взяли, в общем, нормально покушали. И вышло совсем недорого. В каждой стране, где мы бываем и где есть Икея, мы обязательно заезжаем туда и пробуем. И как ни странно, везде отличается. Кофе отличается, он разный почему-то. Даже тефтели, которые, по сути, должны быть одинаковыми, почему-то отличаются. Все, теперь мы сыты, теперь я спать хочу. Надо поспать. Нет, на самом деле надо ехать в город и смотреть в город. В общем, мы заселились. Все, теперь бродяжничаем по Питеру. Жилье хорошее. За такие же деньги можно было, ну, как бы, восьмером... Смотри, Нева замерзла. Река называется Нева. Да. Нева. Ой. Это фонтан как-то. А, это фонтан? Да. А, Неву мы там большую переезжали. Да. Точно. Вон там копейка замерзшая. Во льду он лежит. Ну вот они валяются здесь, а он там внизу замерзший. Ну. О, смотри, с голой жопой. А там все спрятали. Где чижик-пыжик, кто помнит? Вот это под мостиком, да? Ой, я помню этот переход. Он каким был, таким и остался, когда этот был. О, 12 лет назад. Подождите нас. Ой, царь какой-то. Ой, тоже он красиво украшен. Елочки везде. Да, вон там мы на экскурсию садились, да? Да, на автобус. Да, мы здесь 12 лет назад были. Вместо того, чтобы ночевать где-то, мы взяли ночную экскурсию и катались и спали там. Сколько здесь народа, это хренище просто. Наш Минск просто маленькая деревня по сравнению с этим. Написано, да? Знаешь, что это за компания? Нет. Швейные машинки делают. О, точно. Я думаю, что такие это знакомо. Вот, знаешь, такие были в фильмах, когда показывают резные у них такие ножки. А еще он с той стороны храм. Тоже очень фотографируемый. Мы. Спаса на крови. Да какой я тяжелый, чтобы треснуть этот лед. Забор давай скинем. Что там булькает? Это пакет. Утки вон возле края. А, точно, да. Они плавают там? Голубь. Голубь научился ходить плавать. Вот оно, смотри. Смотри, что там впереди. Это дворец. Там жили императоры. Императрицы. Да? Круто!
Ой, смотри, на одном колесе катается. Да. Там, кажется, один человек оделся королем. Видишь, красный плащ? Да, точно. Это король! Он Но это не король. Король, он уже с короной ходит. А, пират! Отлично! Идем? Король-пират! Ужас! Это Мюнхгаузен. Мюнхгаузен? Какой Мюнхгаузен? У него треуголка, смотри. На голове, смотри, треуголка. Да? Ну это не Мюнхгаузен. Да точно Мюнхгаузен. Ой, там царица. А вон там, да, тоже. Вот это уже похоже на царицу. И у него тоже треуголка. Папа, какая треуголка? Это жена Мюнхгаузена. Какая жена Мюнхгаузена, а? Красивая жена Мюнхгаузена. Караул просто. Мюнхгаузен. О, смотри, там кони какие. Смотри, видишь, какие? Прям как великаны. Только что сходили в кунсткамеру, но пока сходили, уже потемнело. Ночные огни включили. Дальше будет видео не для слабонервных, так что если не хотите смотреть, выключайте. Вход в кунсткамеру стоит 300 рублей взрослым, школьникам 100 рублей России. Ой, тут птичка даже тоже слоновый. В общем, не знаю, как то, мы почему-то думали, что с камера там вот прям, как их позвать? Страшилки. Страшилки прямо вот показывают. Здесь, оказывается, полностью здание называется кунсткамера, и этнические залы есть. Есть китайские, японские и так далее. Сейчас индийские, да. Смотри, какие ружья. Прикол. Вот, а именно зал с страшилками, он один. А вон дом, смотри, какой забавный. Ага. Это чудеса. Обалдеть. Это так рис выращивают. Берут специально поля, затапливают водой, а рис любит в воде расти. И садят, и потом собирают. Получается рис. Красота, да? Thank you.
А, какой корабль! Вон, смотри, там даже пушки у него есть. Вон внизу, видишь, пушки? Пуштанчики. Пуштанчики. А так это ресторан. Ресторан? Да. Теряется сейчас. Короче, включили иллюминацию, вообще просто шикарная, да? И вот именно вот эти завитушки, вот они делают свое дело, да? У нас как-то звезды там какие-то, прямо снежинка что-то, а здесь вот оно смотрится именно шикарно просто. О, у нас Макдональдс напротив.